Василия на пятом этаже. Прекрасный баскетбольный просторный зал. Летние... ну сколько? Московский проиграл год назад Watch Dog'у в регулярке. И вот... Да, Игорь правильно сказал, Кунда, Вяльцев. Видите, у него майка 55 номера, заявки 17. В этом некая проблема. Так, Паша Сизоцу очень быстро набирает первые два очка в этом матче. Все-таки кого-то все-таки убрали у Московского. Есть Трепнин. Добавился Паша. И забил пару бросков в одном из матчей. Так что да, вот... Пытается восстановить. Тихонин его развернул. Саяпин загружает. Головин пытается не дать нормального броска. Но тут, конечно, шансов отзащищаться было мало. Тайнов. Не было ли там замечания? Арбитр считает, что нет. И быстрая атака. Простейшие два очка для команды Московский. Роль разыгрывающего временами. Потому что если это будет делать Дима весь матч, он просто умрет. Нужна энергия. Вот сейчас преимущество 5-4. Злобин. На Тихонина мог отдавать, не нашел варианта для передачи. В итоге из угла 3! Карпачев еще один. Есть команда Московский, будет соперника наказывать. Слушай, посмотрим, это первый матч. Они тоже потренировались немножко. В плане подбора больших исполнителей не сильно уступает Московскому. То есть обычно все им уступают, но у Востока они есть. Стас! Сверхдальние 3! Там... Вместе играли, и Стас тренировался на нас, на кошках. И вот видите, как это не плейграунд. Так, Намедин пробует 3, причем сведение, и да, он такие броски умеет забивать. Такой вот точно бросается в глаза достаточно сильно, но посмотрим, как он тоже адаптируется к своему новому телу. А тем временем трехи летят, бор в атаке очередной есть. Забить, правда, Карпачеву не удалось, но, естественно, Александр Павлов. Если есть шанс на подбор в атаке, нет никакой свободы. Дальняя двушка тоже мимо. Сизов хорошо подобрал этот мяч из контакта. Да, причем вижу я, смотрю. Стал чемпионом... регулярно, ну вообще сезона UBA, основного сезона UBA. Ходу финала, вот об этом рассказывал мне в нашей студии. Так... Не, он молодец, активный, правда, молодой парень. И красивый обыгрыш от Вяльцева, скидка в угол, еще одна треха. Ну заходит у Московского пока все. И мы не боимся, что нас забанят, все хорошо. Вяльцев, Егор прибежал дальний. Не тянет и чуть проседает. Там как раз, когда игроки стали меняться, тогда и пошло отставание для команды «Восток». То есть... Да, и тоже вот опять снова по штрафным у команды Московский. Да, был для него, он свою команду подставил, но забить не удалось, и Стасянди! Толкнувшись! Причем Стас от меня страхует, я говорю, камон, чувак, уйди куда-нибудь от меня подальше. Павлов, трехсекундный заблокировано. Ой, какая передача, хорошая, левой рукой тяжелый мяч. Дали получить мяч друг другу. Стас, неплохой контест, но все равно Нефа потеряли на периметре. Сизов не успевает совершенно, он наелся, набегался. Как-то здесь подвигаться? По перехватам 9-0 в пользу команды Московские. И, наконец, вау, по-моему, там чуть ли не самые простые два очка команды Восток. Важный скилл. Окей, ну поглядим, да. Чтобы вот этого далек, но попытка была, так что замечание остается обычным. Да, Егор Вяльцев, штрафные броски. Челлендж Эмина таким образом не использован. Это означает, что у него следующего не будет. Ну, мы, кстати, еще раз там восхитились, насколько Егор, вот как он прочитал ситуацию в защите, насколько это было чисто. Как ты будешь это делать? И могут перекрыть. А Егор это говорит, не дам тебя, не пущу никуда. Под левую руку. Красиво. Вау, ну, не знаю, красавец то ли. Все-таки про 5 секунд он зарабатывает себе эти штрафные броски. И, скорее всего, наберет больше, чем... Он так красиво телом еще дернул. Это тоже мастерство. Это тоже важная составляющая работы. Надо уметь телом показывать, что... Что же, есть огромный разговор с ним у нас на ютубе. И тоже там прям столько... 15-2 соотношение. НФ 3. Бум! А вот и 20 очков дистанция. С ума сойти. Так хорошо летят броски, но сами всего лишь 6. Блокшота нету. И красиво Злобин подвешивает этот фингерочек правой рукой. Мягко, аккуратно. На плюс, ну, собственно, двукратная разница у нас. Пытается то ли Гюнтер пройти под кольцо, но там все перекрыто. Так, Сергей Болоцкин, 3. Ну, на самом деле, кстати, я помню, он... Уже в этот раз нет, сам на подборе, да. Левой рукой, с контактом через Болоцких и Пинаев. И еще работа! Погоустик, так называемый, попрыгал. Нет, скину на периметр. Ну-ка, 3. Достигает цели, Восток сегодня тоже... Тяжелее поговорить, чем соперник, могут быть проблемы на подборах у команды «Восток». Но пока что не до этого, пока что Сергей, правый крюк. Пытки, но его все равно надо грузить, без этого никуда. Под левую руку Вяльцев или хорошая передача, грамотная опять работа Егора. Все, большое преимущество, плюс 20. Пашка под правую, аккуратно, ждет момента для передачи. Когда кто-то выйдет на постраховку, выиграй на матч целиком. Таскай мяч целиком всю игру. Так что... 3 сведения. Хороший показ броска левой. Как красиво, надо забить. И да, кольцо принимает мяч. Стас как показал, потом прошел. Действительно, вот ему хватило.
Вяльцев, Стас, да, уже там размена ох, на Бондаренко, неважно. Вяльцев готов попадать с любых дистанций. Поднимается Саяпин, есть смена снова Большого. И Егор не смог забить сам, но, конечно, подбор в атаке. Еще один, там уже, не знаю, 35-й подбор. Тоже на дугу, на Медин, хорошо разобрался, но в итоге потерял мяч. Однако Паша Рифнин первый. Я очень расстроен, что нам показывали красивые моменты, потому что там Головин на скамейке просто такое выдал. Он на паркет, чтобы ему не дали замечания. 7 минут на паркете, пас на периметр. Ну-ка, суперснайпер Неф еще одну трешку забивает. Чтобы все матчи начинались, не знаю, знаешь, как-то, ну не то чтобы вовремя, а спокойный игровой день. Не будем что тормозить, тем более, что разница 24 очка. Ну, со стороны московского-то и что тут обсуждать. И Крайнова тоже, естественно, держат на периметре, потому что нельзя нарушать целостность обороны. Даже в такой момент времени, когда такая большая разница в счете от щита, от забора, Стасян. Такого топового скорера, хотя бы для своего коллектива. Так, еще три. Нет, но подбор опять, да, то есть еще один подбор в атаке. Еще два очка после подбора в атаке. И снова на Меднин. Будет один в один добить, но моментально идет сдваивание. Там даже некое страивание. Ну, кстати, Пашу упустили. Паша на врываниях под кольцо на таких вот катах. Как жестко это может все выглядеть. Да, кстати, есть челлендж, то есть не стали его брать, хотя вот там и Стас, и другие игроки на скамейке показывали, что мяч ушел от команды соперника. Будем надеяться, да, что хотя бы Агунда, ну, просто как-то раскрасит, что ли, вечер и мина, ну, день и мина, чтобы как-то добавит положительных каких-то моментов. Потому что, ну, все не так уж и плохо. 26 дистанция, понятно, что допустили пару ошибок, но да, и мин очень жестко, конечно. Относится ко всему, что связано с его командой. Что и потом позже повернулся. Думаешь, это... Думаешь, это достаточно условий для того, чтобы быть довольным? Большой палец, да? Ну, да. И вот опять смена удачная получается. Надо забрасывать, чтобы разбирался Карпачев. Он это делает, аккуратненько справляется с Гюнтером. Насколько? С одного очка, а еще играть почти 5 минут. Заброс внутрь, простейшая комбинация. Так, и будет разгромная победа. Ой, какой бросочек. Опять тоже Неф и предложил себя здорово. Такой кат уже в 3 секунд. Понятно, что в плейграунде это могло быть уже больше 100, но... Я просто думаю о том, что команда «Восток» все-таки перед матчем, ну, мне кажется, вполне себе считалась, может быть, здесь второй. Ветерана. Снова он на линии. Вот удивительно, да, как мало сегодня было штрафных бросков. Вот такие, когда команды некоторые будут играть 2 дня подряд, ты... Кстати, еще одна трешечка. Да, Фупсы будут свежими. В отличие, ну, да, в первом матче его не было, Касаткина. Ну вот во втором, может так быть, вон, и сыграет. Вон он сидит, размен, вон уже в форме. А, и все. Он так... около выхода сидит. Команды «Пять озер» в этом году, да, вот дебютируют через полчаса. Да, ну тут состав помощнее, повеселее, так что посмотрим. Тем более обновленный состав. Да, всего несколько игроков, которые были...